Всем привет! Вы на канале «Все своими руками». Сегодня я вам расскажу про такой цветок, как колиус. У него вот такие яркие листочки. Его еще в народе называют крапивка. Это считается многолетним цветочком. Но в зиму он не выживает. Весной себя не покажет, потому что он погибнет. Его сажают на улице, и летом он из-за своих ярких листочков очень радует. А на зиму его можно выкопать и занести в дом, выбрать яркие цвета, какие понравились, и занести в дом. Он спокойно переживает зиму на подоконнике. А весной можно его размножать черенками, тоже очень легко это делается. И высадить опять же в своем полусаднике, цветочнике. И будет вас радовать все лето до глубокой осени своими яркими листочками. Яркими, насыщенными. Очень красивый. Вот такой у меня небольшой наборчик, как говорится, я приобрела и буду его сеять. Я вам сегодня покажу способ, который очень легко сажается и практически 100% схожесть этого цветочка. Так, мы посмотрим, что у нас здесь. Семена очень миленькие, поэтому мы будем его сажать поверху. И не будем засыпать, потому что, сколько всем известно, мелкие семена, если их прикопать, они очень долго всходят. Вот такие у них семена меленькие. Здесь у меня грунт огородный и одна часть песка и 1/3 часть торфа. Это все перемешала и пролила водичкой тепленькой. И теперь будем сеять только поверху. Рассеивать будем по всей площади. Схожесть 100%. Это очень легкий цветочек для новичков. Это просто будет находка и радость с первой попытки получить такой результат. Это может делать каждый. И немножечко мы, так как мы уже проливали водой земельку сейчас, земелечку. Не сильно обрызгаем это дело. Схожесть долго ждать себя не будет. Через 5-6 дней появятся сходы. И накрыть нужно это обязательно полиэтиленом. Крышечкой какой-то прозрачной или полиэтиленом. И поставить светлое, теплое место. Это можно на подоконник. И еще раз говорю, повторюсь, сходы себе долго ждать не заставят. И вас порадует этот цветочек своими яркими листочками. И главное, что этот цвет он не потеряет до самой глубокой осени. Так что вот так. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Пока.